Для жителей третьего микрорайона установили елку. Город к Новому году готовят коммунальщики. Зеленые красавицы для магаданцев делают специалисты лесхоза. Комбинат зеленого хозяйства их устанавливает, а рабочие горсвета украшают. Установить елку на прежнем месте в третьем микрорайоне не получилось из-за стройки. Поэтому место немного изменили. Руководители организации заняты подготовкой Магадана к главному зимнему празднику. Поэтому пообщаться вечернему Магадану удалось только по телефону. Елочку меньшего размера сегодня как раз установили, ту, которую изготовил наш замечательный лесхоз из поробочных остатков сланика, который производился в противопожарных полосах лесного массива. В ближайшее время горсвет ее украсит, и это уже будет завершающая елочка городская, общегородская, которая будет радовать наших юных и не юных горожан. Также специалисты КЗХ установили горку. Однако из-за стройки и высоковольтного кабеля, который питает ее, горку пришлось развернуть. Так специалисты обезопасили жизни и здоровье детей.